Сексуальность имени Ирина. Ирина – женщина, способная к безответной, граничной жертвенностью любви. Она воспитана, умеет владеть собой, обладает огромной силой воли. Любовь для нее чаще всего драматическая ситуация. Неповторимая первая любовь, незабвенная последняя любовь. Ей нравится сама романтика любви, как ощущение чего-то необычного, возвышенного. Она не столько ищет в любви выхода своему одиночеству, сколько разыграет в жизни свою любимую драму. В любви Ирина, как никакая другая женщина, способна дарить тепло. Она утверждает себя в мире через любовь. Боюсь признаться себе, что не уверена в правильности своего сексуального поведения. Она никогда не подаст вам вида, что ей знакомы душевные муки и страдания, чувство сексуальной неудовлетворенности. К тому же Ирина обожает легкий флирт, красивое ухаживание, разговор на грани дозволенного, но нередко ее захватывает глубокие чувства, сильные страсти. Даже самым пылким любовником Ирина чувствует себя одинокой. Свой выбор она делает сама. Ирина не из тех женщин, которые идут за тем, кто более настойчив. В сексуальном процессе она ищет равноправие, не навязывая свои стили поведения партнеру, но и не подчиняясь ему полностью. А вот для зимней Ирины секс – это способ выразить себя, свой нрав, но для нее как бы продолжение общения с мужчиной. В жизни ее полна любовных приключений, нередко с налетом авантюризма. Замуж выходит очень осторожно, не желая ничем стеснять своей свободы. Осенняя Ирина ищет в супружестве прочной сексуальной гармонии, но для нее секс не главное в жизни. Она хочет видеть в своем избраннике прежде всего человека, достойного любви и уважения, а потом уже умелого и горячего любовника. Ирина может выйти замуж неожиданно за человека, которого знает всего несколько часов, но чаще за того, с кем знакома давно и с кем связывает не страсть, а духовное родство, общие интеллектуальные интересы. Свою первую любовь Ирина помнит долго и часто. Выйдя замуж, не может забыть старую привязанность, надолго притягивает внимание мужчин, ибо никогда даже с возрастом не теряет привлекательности.